маленько пройди вокруг, расскажи, что, где, какой продукт, или вот там, почему закрыто. Маленько посвидетельствуй, пойдем. Подожди, сейчас выйду. Пойду. Небольшую экскурсию провели, сам себе дорогой объясняешь, что там есть. Сейчас объясняет ласточки. Вот, что ко мне сидит, пришел. Так, это под палатку у нас местного фермера. Горох, по-моему, убранный. Вот видно, это ВС-ка машина для очистки зерна различных пород. Вот это тут сломалось, что-то варил. Позвали на 1 сентября, наверное, все бросил, побежал. Ух ты, как тут у него сарай, вон закрома забивает горохом. Вот трактор что-то заболел, по всей видимости, совсем плохой стал. Ну вот так, 1 сентября, сегодня солнечный, хороший день, теплый. Все готово к уборке, все движется, шевелится. Это храм. Кучка. Можно, я могу не день, а хотя бы полдня до обеда, пока они в школе. Мы постараемся сейчас быстро все сделать, чтобы быстро будет это видеть. Не подъезжали вчера к Евгению? Нет, никого не подъезжали. Наш Ильнат провод, а ты завернули сразу. Зачем приезжали? Ну, он сказал, зачем. Узнать, любим ли мы Путина. А иначе судить будут. Так, а что, не всех, почему Степу не спросил? Ну, опасность, я представляю. Назария на его спросил. А? Назария Варлама спросил. Бредать его нету. Люблю его Путин. Види, какой коршун сидит, вон на сухом дереве. Угу. Люблю его, видишь? А почему он именно сел на сухое вот дерево, смотри? Ну, дерево справа, сущёк. Ну, я говорю, а почему он сел на сухое, а не в середине? Потому что ему хорошо видно, ему надо смотреть. О. Обозрение. Ну, чтоб видно было, где чего. Где ваши цыплята ходят? Да уже все. Он сейчас цыплят не в эти, не утащит. А если сидит, а? Сидит, он наелся уже, утащил где-то кишки-то. Я его выкладывал. У нас все хорошо, мы опасности, говорю, не представляем государство, мы молимся. Мы как раз самые хорошие граждане, патриоты. Что там? Что продолжать? Патриоты России. Спасибо.